У Овна будет сложный в рабочем плане день, но многообещающий. Если выполните все задания, карьера вам точно светит. Действуйте так, будто завтра получите погон генерала. Масса непростых вопросов возникнет перед Тельцом, но ваш ум и сообразительность помогут с половиной из них справиться. Главное – не расслабляться раньше времени. Близнецам нужно работать на результат, иначе окажетесь в неприглядном положении. Шевелитесь, проявляйте инициативу и общайтесь с новыми людьми. Кто-то из них поможет решить давнюю проблему. Рака ждет неординарный день, хотя планы на него были совсем другие. Но предусмотреть все нереально. Попытайтесь устранить не только прошлые ошибки в работе, но и людей, которые постоянно вас отвлекают. Льву будет легко настроиться на любую работу. Появится желание трудиться до седьмого пота. Нужны деньги. Да, иногда можно побыть меркантильным и жадным до финансов. Если дева не посмотрит серьезно на некоторые личные проблемы, зайдет в тупик. Хороший день для исполнения давних желаний. Действуйте уверенно. Сны могут оказаться пророческими, но старайтесь встать с постели пораньше. Весам предстоит заниматься бумагами, подписанием документов и ходьбой по инстанциям. Вы даже пожалеете, что у вас всего две ноги и две руки. Вечером отдохните в кругу самых близких людей. Планы Скорпиона будут меняться с невероятной скоростью, но вы ни о чем не пожалеете. Есть шанс разобраться в себе и побороть некоторые комплексы. Если Стрелец решит во всем докапываться до истины, она от него ускользнет. Лучше будьте поверхностным и легким на подъем. Вам это поможет в решении личных вопросов. Козерогу нужно отказаться от командировки и всяческих передвижений. Сегодня в приоритете мелкая и спокойная работа. Так начальству и скажите. Главное – сохраняйте комфорт в душе. Культурным и эстетически выдержанным должен быть в этот день Водолей. Есть шанс выбраться из тьмы наружу. Иными словами, вам сделают выгодное предложение. Придется сразу же подписывать документы. Рыбам не следует форсировать события, нужно действовать по интуиции. Любые неожиданности и внезапные моменты – все это только на руку. Смело воплощайте в жизнь мечты.